Одесской области предотвращены ряд акций, организованных за деньги российских спецслужб. Так, в период с 3 марта по 30 апреля не состоялось 3 подобных заказных протеста якобы в защиту нацменьшинств Одесской области. Об этом заявил начальник управления СБУ в регионе. Также он отметил, что такие акции готовились и на 2 мая, но служба безопасности пресекла их возможное проведение. Шляхом проведения каких-то флешмобов, демонстраций, выступов. Но мы точно знаем, что мы сделали все для того, чтобы это не произошло.